сейчас мы с Ильдарочком поиграем в сказку «Теремок». Вот наш домик «Теремок». Кто к нам первый придет? Топ, 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 топ. Кто это к нам пришел? Фифи. Фифи, хомячок. Хомячок постучал в домик, а ему никто не ответил, потому что там еще никто не жил. Да, вот так постучал. И хомячок зашел в домик теремок и стал там жить. Да. А кто следующий у нас шел? Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Птичка припрыгала. Она постучалась в теремок. Как она постучала? Да, и спрашивает, кто в теремочке живет? Фи-фи, хомячок жил в теремочке. И птичка тоже зашла в теремок, и они там стали жить вдвоем. А дальше прискакал зайчик-попрыгайчик. Как зайчик прискакал? Прыг-скок, прыг-скок, прискакал зайчик. О, какой красивый теремок. Постучал лапкой. Тук-тук-тук. Кто там живет? Кто живет в теремочке? У нас там живет хомячок и птичка. И зайчик тоже к ним зашел и тоже стал там жить. Ой, кто-то опять идет в наш теремочек. Топ, 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 топ. Кто это к нам пришел? Лисичка к нам пришла в теремочек. Он ей очень понравился, и она стала там жить. Ой, кто-то еще идет. Это Ам-ням. Он тоже туда залез. И здесь кто-то идет. Топ-топ-топ-топ. Кто это? Кто к нам пришел, сынок? Мяу, котик к нам пришел. Он постучал в теремок и спросил, кто там живет. И тоже залез. Да. А потом пришел большой чудик. Держи чудика. Он постучал, бам-бам, спросил, кто живет. И тоже захотел. Но он не поместился и залез на крышу. Только уселся, бабах, бабах, и сломал теремок. Покажи, как он сломал теремок. Вот, крышу сломал, да? А там все наши звери сидят. Теремок сломался, и они разбежались. Кто туда разбежались? Кто туда? А потом они стали строить новый домик. Смотри, птичка принесла кубики. И они построили новый домик, и всем хватило места. В сказке они стали строить новый домик, чтобы все поместились. Здесь они тоже стали строить новый домик. Они построили новую крышу. И даже чудик поместился в домик. Ему нашлось местечко. Вот такая сказка. Ой, и даже еще какой-то монстрик пришел. Это Майк. Он пришел посмотреть наш новый домик. Привет, Майк. Вот такая сказка. Пока-пока.